анкерами используются разные уши. Вот эти вот. Это называется ринг. Они очень удобные для спасательных операций, ринги. Раз, два, три, завернули, все сделали. Вот. Настоящий спасатель, то есть по канонам спасателя, это тот человек, то есть самый высший уровень спасателя, это тот человек, который готов в любой момент занять любую нишу спасения. То есть любую, в любой момент оказаться в любом месте и выполнить эту часть задачи, которая на него возлагается в это время, в этом месте. Что приятно, что новички приезжают и хотят учиться, хотят чего-то постигать, к чему-то стремиться, что-то уметь, что-то новое. И чем больше в Украине будет людей, которые способны быстро среагировать и отправиться на спасательные работы, тем больше вероятность, что мы спасем какие-то жизни, не дай бог, чтобы это довелось. Но, к сожалению, спелеология – это достаточно экстремальный вид спорта, поэтому мы должны уметь спасать, быть готовы в любой момент сорваться, собрать снаряжение и уехать, и помогать людям. Для чего собрались? Теоретически отработать те знания, которые у нас есть, просто как знания, то есть проверить базу, сплотить коллектив и понимать реалии, что происходит на данный момент на территории Украины. То есть можем ли в случае чего, то есть в случае чего, чтобы были готовы. В горах выполняются работы только в светлое время дня, то есть при свете солнца, очень редко в темное время. В пещере всегда темно. Очень редко выполняются работы в плохие погодные условия, если в горах осматриваем. И практически постоянно в пещере 100% влажность, иногда даже льет, иногда даже там какие-то еще газы, катаклизмы какие-то, то есть что-то происходит практически всегда. Грязь, глина, сопутствующая тоже в пещерах, поэтому они отличаются очень сильно. Но принцип, то есть задача спасти человека. То есть, по ощущениям, порядка 15 человек у нас готовы выехать и готовы оказать профессиональную, належную поддержку в организации спасательных работ. В Украине есть достойные люди, есть руководители, которые могут как организовать такие мероприятия, так и вникнуть и включиться в любой момент в спасательную операцию непосредственно вот на данный момент в ходе операции, которая уже существует.